Сегодня в выпуске: какие вакцины обязательны щенкам? Что будет, если их не сделать? Самый маленький герой программы. Собака, впрочем, как и кошка, как и человеческий ребенок, нуждается в вакцинации, потому что есть такие заболевания, которые иммунитет щенка не сможет побороть без дополнительной помощи. Но какие именно вакцины и в каком возрасте ставить, мы расскажем сегодня в выпуске, а пока познакомимся с вот таким вот совсем крошечным, самым маленьким героем нашей программы. Этот малыш и еще 4 его собрата были подброшены на крыльцо приюта. Им едва исполнился месяц. В условиях улицы шансы выжить у таких щенков близятся к нулю. Довольно чистенькие, упитанные. Явно они где-то при каком-то хозяине жили, который, видимо, не рассчитывал на пометы, на его пристройство, на ответственность за него. И вот не нашел лучшего способа решения, чем подкинуть в приют. Но в приюте для них тоже много рисков. Малышам нужна стерильность и изоляция от большого количества других животных, чтобы не заболеть. Поэтому щенки чаще всего отправляются на передержки или сразу в добрые руки. Чтобы избежать гибели собак от той или иной инфекции, в приютах делают прививки сразу, как только животное поступает. Но для домашних собак правила вакцинации иные. Прививки делают по расписанию. Они защищают от таких заболеваний, как чума, бешенство, лептоспироз, он же собачья желтуха, аденовироз, он же ларинготрахеит, гепатит и энтерит. Самое распространенное – это вакцинация с 8 недель. Ставится первая вакцинка, затем происходит у нас ревакцинация через 21-30 дней, и животное считается привитым. Следующая у нас вакцинация будет только через год. Сейчас всегда вакцины практически идут комплексно, очень редко они бывают моновалентны, то есть одно заболевание в одной, как бы в одном флакончике. В основном это один укольчик, который защитит ваше животное от всех этих заболеваний. Еще есть комплексная вакцина, которую ставят щенкам на 45-й день жизни. Ей активно пользуются в питомниках, где малыши рождаются сразу в обществе собак. Ее же используют во время эпидемии, чтобы быстрее обезопасить щенков. Взрослую собаку нужно прививать раз в год. Импортные и отечественные вакцины отличаются реакцией животного. Побочный эффект отечественных более выражен. И если он не прекращается больше 3 суток, нужно обращаться к ветеринару. За 10 дней до прививок необходимо обработать собаку от глистов. Впоследствии дегельминтизация проводится раз в квартал, но в нашем регионе намного чаще. Так как у нас в Алтайском крае очень много животных с заболеванием дирофилариоза, это заболевание, передающееся через укус комара, то весь летний период, когда есть у нас лед комаров, мы рекомендуем глистогонить животных ежемесячно препаратами, которые профилактируют дирофилариоз. Еще важна обработка от клещей. Ее делают в зависимости от препарата раз в 1 или 3 месяца. Прививок от клещей не существует, как и от других насекомых-переносчиков инфекции. Наш герой уже обработан и привит. Он и его собратья готовы отправиться домой. Вырастут средними, подойдут любому человеку. Щенки уже самостоятельно едят, но поначалу им нужно давать больше влажного корма. По характеру все они разные. Вот эти щенки, они, очевидно, как-то жили при людях, потому что они не боятся людей, они даются в руки, они как бы контактные, то есть явно они от хозяйской собаки. Когда поступают щенки от дикого, ну, условно, дикой собаки, да, они, естественно, пугливые, начинают забиваться, они начинают бояться, то есть к ним тянешь руки, они опасаются, там могут даже с перепугу там рыкаться, рыкать, да, и так далее. Вот. А по темпераменту, конечно, тоже надо смотреть. Выбирать щенка лучше всего очно, чтобы увидеть, как они ведут себя в привычной среде. Кто лидер, кто труслив, кто более активен. Так легче выбрать именно своего друга. Поэтому за питомцем стоит приехать непосредственно в приют и забрать домой 100% подходящего четвероногого товарища. Быть может, он уже этого ждет? Если меркнет свет в окошке, на душе скребутся кошки, кто сумеет вам помочь, то прогонит кошек прочь. Это не собаки, нету существа, это не собаки.
следующем выпуске – адаптация кошки к новым условиям, как много времени ей нужно, как оборудовать территорию для кота и какие предметы ему нужны. Новый герой программы.